Черчилль III, да. Много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт WhatHub. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой. Мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более 300 тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Ну что, запробуем? Ох ты ж мать, это что такое-то? По-серьезному? Это же, да, нам нужно поставить? Оно. Вот о чем и речь была, друзья. Какая артиллерия у нас самая интересная на шестом уровне? Так подумать. Су-8? Французская? Не. Может быть, Хуммель? Не. А, М-44. Апнем пробитие, может быть, и на десяточку. Другую. И будет хорошо. А что, кстати, мне тут делать на моей этой колеснице богов? Типа, пока не знаю. Ну, можно поехать наверх и там месить каких-нибудь. Или нас будут месить. Пока непонятно. А может быть, вообще прямо ломануть? А ну, кстати, вот подожмемся мы на дефолт. На кемпе встанем. У нас же всяких там найдется желающих-то поехать. Вон светлячки есть. А я буду стрелять. А потом будем ездить. Мне так-то бы мой адовый обзор как-то реализовать. Но пока реализую только Hellcat. И не обзор далеко. Плохо сыграл. Хорош. А, у него ник был Speedy25. Тогда сыграл отлично. Speedy-гонщик. Сведение, конечно, мое почтение. О, 29-ка не поехал на шишки. Он что, дурак? Что? Если я сейчас от него засвечусь, то будет очень неприятно. А сейчас засвечусь. Назад. А то меня сразу там по анусай расстреляют. Может быть, его ехать добить? А то он ведь сильный танк так-то. Самый сильный в этом бою. Удастся, как думаете, мне тут не сдохнуть от него? Я боюсь сближаться. Три артиллерии. Хотя они по тем вроде бы лапцуют. Блин, чувак. Тебя тут вообще не ждали. Уходи. Он видал, что сейчас меня эта имба просто всего покрошит в салат. Загуслил. Как вот не хватает сведения, ну просто ужасно. Раз не хватает. Че, поджимаем, наверное, центр. Тут наши всех уже давно убили. Опа, че. Все, он не уйдет, я его два раза гуслил. Ломай его, вали его на бок. Next. Нате. О, попал у него даже, офигеть. Так, надо Эмиля поджимать, у него 850 хп, черт возьми, у меня фугасов нет. Так а зачем куда-то ехать? Вон, угощают. Что? Броня? На тебе. Но зато ДПМчик. Хотя какой ДПМ, альфа-то копеечная. Просто часто стреляет. Надо Эмиля, наверное, трехать. Сближаться с ним и обниматься. Ой, он стоковый! Это моя лапочка! Такой, смотри, смешной. Ой, прости, ой, тебя вообще всего порвало.
Блин, нельзя так делать. Хрустик обычно с такими игроками очень к ним сочувственно относится. Жалеет их всяко и поддерживает добрым словом. Не издевается над ними, не поджигает и не смеется. Надо учиться у него. Да я просто уже в этой игре видел некоторое дерьмо и потому... О, вот это кимпедрист нашелся. На-на. У-у-у! Да у вас оглушение. Так, ну эти заметно где стоят, известно точнее. А если мы тораном в типа вольемся? Он же фуловый стоит, легенький. А я на советской имбе. У-пу-пу-пу-пу-пу! В смысле мимо проехал? Бам, взорвали. Не, ну я считаю, я успешный. Нагибнул в нубке. Блин, че за этими не поехал какашками? У меня ТЛТ ради гнездышка грача. Дал ему 200 турином и 100 альфой. Или наоборот. То есть, считай, одну тычку. Но так в двух киборгов я бы их и посвятил бы и трехнул. Слушайте, а выходит, Т-43 не такая уж... Ладно, эти мысли посещают обычно сразу тогда, когда ты в нубке сыграл. В нубке-то любой танк хорош. Так ли он плох? 3500. Нормально вроде, ребят? Лайк, не? Или так себе? Давай дальше. Это может не лайк.